Есть фотография, извините, где Рамзан Кадыров якобы в Украине на заправке в Мариуполе на ковре молится. Но я так понимаю, это фотография с российской заправки. Так был Кадыров в Украине или нет? Много раз он говорил, что он якобы был в Украине, но он не был. И вот этот момент, где он сидит на заправке Роснефти в России, сзади него стоит его сын Адам Кадыров с автоматом. Это подросток на тот момент, ну, сейчас, может, 15-16, я не знаю, сколько ему лет. И я это высмеял у себя в YouTube-канале на Белый Киев Ислам. Тоже я пошел на заправку Укрнафты в Украине. Я говорю, я нахожусь в Ростове, давай приезжай, Кадыров, сюда. Вот я здесь. То есть я показываю, что он врет. Это его очень сильно разозлило. Он там что-то там записывал и так далее. Кстати, этот сын, он никогда не был в Украине, отвечая на ваш вопрос. И его сын, который стоит сзади с автоматом, когда он молится, сейчас, вот вчера к нам поступила информация о том, что он сбил пару человек у нас в Чечне, на машине ехал. Его быстро пересадили в машину охранника, чтобы он уехал на этой машине, чтобы никто не знал, что это сын Кадырова убил этих людей. И он, уезжая, сразу же сбивает еще одного пешехода. И теперь они пытаются это скрыть, об этом не говорят. Так что вот такие реалии у нас в Чечне, в оккупированной.